кто я и откуда чем занимаюсь. Меня зовут Дмитрий Мусатов. Я работаю в основном в Вестехе. Да, МГТИ. На факультете инноваций и высоких технологий. Но если вам эта тема понравится, то один из способов ее подробно изучить — это поступить на наш факультет. Там время от времени, примерно раз в 3 года, читается полугодовой спецкурс по этой теме. Мне все подробно рассказывается. Я хочу порекламировать зимнюю школу, которая проводится 2 раза в год, в феврале и в августе. Называется «Комбинаторика и алгоритмы». Изучаются разные интересные науки, как связаны с чистой математикой, типа комбинаторика, теория графов, немножко теория вероятности, какая-нибудь комбинаторная геометрия и так далее. Так и что-то связанное с программированием, то есть какие-то алгоритмы, программирование, машинное обучение, нейронные сети и так далее. Если вас эти вещи интересуют, то... Вот. Но еще если вы, например, думаете сюда поступать, и вам интересно, чему учат у нас, то можете искать разные материалы на сайте нашей кафедры www.rubyscriptorsandwriters.org. Там много разных материалов, ну просто задачки по курсам, там программы, некоторые книжки даже выложены.